Приветствую вас на канале. P2P арбитраж – это заработок на перепродаже крипты. Трейдер покупает монеты по низкой цене, продает их дороже, а разницу кладет в карман. В данном видео я покажу пошаговый разбор связки. Сегодня мы рассмотрим арбитражную связку Litecoin USDT. А спонсор этой арбитражной связки – наш телеграм-канал. В нем вы сможете найти для себя полезную информацию о арбитраже, а также разные связки на свой вкус. Ну а если у вас останутся вопросы по связкам, обращайтесь к администратору, и он обязательно вам поможет. Итак, переходим к связке. Переходим в торговлю и на спотовый рынок. Ищем и выбираем торговую пару Litecoin USDT. Указываем количество USDT, в нашем случае для наглядности 15 тысяч долларов, и покупаем. Ордер был исполнен моментально. Переходим в кошелек, раздел Fiat и Spot. Выбираем Litecoin, нажимаем «Вывод» и переходим на платформу. Если еще нет аккаунта, то регистрируемся. Если есть, входим. Переходим на платформу. Прежде чем начинать, обязательно убедитесь в том, что Litecoin стоит дороже, чем на Binance. Стоимость Litecoin'а больше. Разница и есть наш спред. Переходим на домашнюю страницу и нажимаем «Депозит». Вводим количество монет, которые купили ранее, и нажимаем «Get адрес». Копируем адрес и переходим на Binance. Вставляем адрес. Сеть выбираем Litecoin. Вводим количество и нажимаем «Вывод». Еще раз все проверяем. Проходим проверку безопасности. Средства ушли. Переходим на платформу. Средства обычно поступают в течение 3-7 минут. Средства уже отображаются на нашем балансе. Перейдем во вкладку обмена. Выбираем, что мы отдаем Litecoin, а получаем USDT. Вводим количество монет. Обмен прошел успешно. Возвращаемся на главную страницу. Выбираем USDT и нажимаем «Вывод». Выбираем Tether TRC20 и вводим количество. Теперь нам нужен адрес. Для этого возвращаемся на Binance. Заходим в кошелек, раздел «Fiat и Spot» и выбираем USDT. Сеть выбираем аналогично – TRC20. Копируем адрес и возвращаемся. Вставляем и отправляем. Средства ушли на Binance. Вернемся на Binance и перейдем в раздел «Транзакции». Как видите, средства успешно зачислены на наш баланс, и при этом чистая прибыль составила 1212 долларов.